Семикратный чемпион мира Формулы-1 Михаэль Шумахер вышел из комы. Об этом сегодня объявили уже официально. Михаэль перевезен из госпиталя в Гренобле в реабилитационный центр. Цитирую официальное заявление со стороны Шумахера. Его семья хотела бы выразить признательность всем сотрудникам больницы в Гренобле. Также мы благодарим всех за поддержку, которая, безусловно, помогла Михаэлю. Что касается будущего, то просим понимания. Его дальнейшая реабилитация должна проходить за пределами внимания общественности. Сказано в сообщении.